вертолет начал решать более широкий спектр задач. То есть он показал, что, ну, в принципе, его возможности гораздо шире, чем мы до этого думали. На машине отмечено у нас 8 звезд. Это 8 успешно сбитых целей, 7 самолетов противника и 1 вертолет. Данный комплекс показывает себя очень эффективно. Ну, беспилотники даже не считаете? Ну, беспилотники нет, сбились со счета.